По прогнозам ООН, к 2025 году потребность в электрической энергии возрастет двоекратно. 86% электрической энергии человечество получает за счет сжигания углеродов. Этот факт негативно влияет на состояние окружающей среды, животного и растительного мира, продолжительность и качество жизни человека. Электрогенерирующий небоскреб – это здание с потенциалом самообеспечения электрической энергией до 300-400%. Преимущество такого технического решения заключается в том, что структура здания, эффект трубки Вентури, позволяет сконцентрировать воздушный поток, увеличить его скорость, силу для воздействия на лопасти ветроэлектроустановки. Полностью отсутствует физическое воздействие на окружающую среду, так как подвижные спойлеры защищают возвращающиеся лопатки ветроустановки. Электрогенерирующий небоскреб – это экологичный и безопасный способ получения энергии, открывающий новые возможности для всего человечества.